Напомним, во время новогодних праздников заметно снизилась температура воды в системе отопления. Местные коммунальщики предположили, что на линии произошел порыв. Но когда теплотрассу раскопали, утечку не обнаружили. На помощь прибыли сотрудники республиканского Минстроя со спецоборудованием, но утечку не нашли. Зато обнаружили, что в котельной не работает второй котел. Его срочно наладили, и температура батарей начала повышаться. Закупили уголь более высокого качества, и на выходных социальные объекты прогрелись. Дети учатся, учились и в пятницу, и сегодня дети учатся. Детский сад тоже детей принял, дети в садике тоже у нас занимаются. Больница тоже в рабочем режиме работает, и также ДК, то есть Дом культуры, и школа музыкальная тоже работает. То есть сейчас работает бригада в том направлении, чтобы поднять температуру двумя котлами.